Здесь производят ботинки, туфли, сапоги, кеды, но большим спросом пользуются унты. Практически все материалы российские. Чтобы не сесть в галошу, шкурки заказывают у проверенных оленеводов на Ямале. Самая крайняя точка закупки расположена в 3 километрах от Обской губы. На пошив одной пары унтов уходит до 10 лапок оленя. И все они должны быть одинакового цвета, чтобы в паре смотрелись гармонично. Поэтому, когда мастер подбирает шкурки оленя, то может их перебрать до десятка. Лапы подбираем, по лекалам он раскраиваю, вон лекала лежат, я по ним раскраиваю. Потом сшиваю на штробеле вот на этом и отдаю под затяжку. Этим на предприятии уже более 40 лет занимается Юрий Шамсудинов. За день через его ловкие руки проходит до 15 заготовок обуви. Признается, что сам он сапожник с сапогами. Всю жизнь носит обувь, изготовленную только на родной фабрике. Я всю жизнь. Только в своем? Конечно. Только домашние тапочки. Качество и комфорт здесь шагают в ногу, поэтому на фабрике могут сделать обувь и по индивидуальным меркам для людей с особенностями стопы. Перед тем, как вот что-то сделать, да, там выпустить в массы, мы очень много колодок перебираем, чтобы они были более удобные. Потому что для нас важно, чтобы наш заказчик, наш покупатель, наш клиент, вот, он носил удобно для него обувь. В финале отделочник приладит подошву, тщательно проклеивая заготовку, чтобы в будущем обувь, что называется, каши не просила, а в заключении наведет лоск и отправит на прилавок или заказчику. А они у тюменского предприятия по всему миру, не только в России, но и в Германии, Израиле и США. Екатерина Полянинова, Александр Суворов. Специально для программы «Время Ямала», Тюмень.